Мне нравится там, а вот здесь нравится. С возмущением Татьяна Никольская отзывается о мусорном контейнере, который поставили в кооперативе номер 19 напротив входа в детский парк. По ее словам, бак закрывает обзор дороги водителям, которые выезжают из гаражей. Ну, я считаю, что нужно убрать. Я когда выезжаю, мне не видно, кто идет здесь из-за этого. А если дети? А я боюсь. Ранее мусорный бак стоял возле гаража Александра. По словам мужчины, туда контейнер ставили на месяц. За это время в нем скопилось большое количество мусора. Мужчине приходилось его убирать своими руками. Бутылки, вот такие пакеты принесли, хлам какой-то привезли. Целый газель вот здесь сосед стоял. Приехал просто газель, потому что он здесь вот как бы в уголочке стоит. И разгрузил вот полностью его с горкой этот контейнер. Потом вот здесь, видите, вот тропинка идет. Вот здесь с администрации, да, люди прошли. Председатель гаражного кооператива Евгений Сигуньков пояснил, что жалоб на то, где стоит мусорный контейнер, ранее не было. Бак туда поставили по договору, который кооператив заключил с региональным оператором. Точка установки в соответствии с договором, она находится, ну, вот здесь вот. Все, потому что местоположение другой установки бункера, ну, как бы здесь нету. Это связано с тем, что, значит, подъезд и уборка, соответственно, сбор мусора бункеровозом должен осуществляться в более-менее свободных условиях. Также Евгений Сигуньков заверил, что мусор из гаражного кооператива будут вывозить регулярно. И волноваться о том, что возле детского парка будет свалка, не стоит. Канал 16 будет следить за развитием событий. Ирина Вышгородцева, Евгений Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24.